Всем привет! Сегодня у нас очередная распаковка и очень классные товары, потому что немножко по трекам посмотрел, где-то прощупал. Реально хорошие, классные товары, и обязательно будет конкурс. Условия найдете по ссылке в описании. Обязательно подписывайтесь на мой второй канал, чтобы узнать результаты конкурса. Так, и первую посылочку, которую мы вскрыли, здесь находится... USB звуковые карты. Очень классный, достойный товар. Если у вас сломался звуковой порт какой-то, звуковая карта в вашем компьютере, ноутбуке, приобретаете такого плана товар и не знаете горя. Можете слушать видео, разговаривать по скайпу и все в таком духе. Следующий товар на очереди. И у нас здесь находятся светодиодные ночнички с датчиком движения и освещенности. Принцип такой. Закинули в них батарейки, имеются магнитные защелки. Двухсторонний скотч идет в комплекте. Приклеили где-то в коридоре, в сарае, где угодно, где не надо проводить электричество. Или если дети не достают до включателей. Человек прошел. Если в помещении темно, датчик движения сработал. Он включается на 20 секунд. Через 20 секунд отключился и экономит ваши батарейки. Очень хорошая вещь. Пользуюсь такими уже давно. Уже очень много знакомых у меня приобрело эти штуковины. Все довольны, всем нравится. Следующий товар. Наверное, надо более аккуратно. Здесь подарочная упаковка должна быть. Да. И здесь нас встречает сразу надпись USB Lighter. Джин-джун или джин-лун, что-то такое. Подарочная упаковка практически не помялась, немножко слегка уголки, но все равно сохраняет презентабельный вид. На носу, как говорится, у нас Новый год, праздники. И чтобы порадовать своих знакомых, друзей, родню, близких, но именно курильщиков, советую приобрести вот такую стильную вещицу. Стоит в районе 8 или 9 долларов. Вот такая двухлучевая зажигалка или с двумя дугами, как правильно. В комплекте идет, повторяю, хорошая презентабельная упаковочка. Также идет, ну, наверное, USB шнурок. Да, совершенно верно. Ну, достаточно неплохо выполнен. Обычный USB, micro USB. Я думаю, проблем нет с этими кабелями. Но зажигалка выглядит реально круто. Внизу имеется порт для подзарядки. Для чего-то имеется болтик, чтобы раскрутить, наверное, закрутить. И очень-очень... стильно круто выглядит. Так, давайте посмотрим, будет ли она у нас что-нибудь поджигать. Да. Все сразу он сплавило. Начал гореть пакет. Реально здоровская вещица. Приятно пахнет паленым пакетом. Я доволен. Очень классные вещицы на подарок. Так, зажигалку надо положить в мешочек. Доехало все, как видите, хорошо. Продавец постарался и упаковал. Ссылочку на этот и на другие товары я оставлю в описании под видео. Переходите, не стесняйтесь, делайте покупки. Вторая зажигалка точно абсолютно такая же, поэтому не вскрываем. Так. Следующая посылочка. И здесь у нас находятся тоже в таких хороших солидных блистерах. Так, я думал, вместе спаяны. Нет. А штуковина, ну, наподобие антивор, сигнализатор. То есть, если у вас вдруг кто-то захотел что-нибудь оттащить и вытянуть, включайте эту штуковину. И у вас издается жутчайший звук. Не очень такой приятный на слух. Но я думаю, это привлечет внимание или, возможно, отпугнет вора-жулика.
Давайте еще раз. Очень громко. Написано 90 дБ. Так, ну синенькую тоже проверим. По-моему, она даже еще громче работает. Выглядит вроде как типа ангельское крылышко какое-то. Можно повесить на резиночку, на ключи, на мобильник, вот как здесь указано. И в случае чего выдергиваете рычаг и к вам бегут на помощь. Кто же нас спасет тогда, Аркадий Паровозов? Следующая посылочка в нашей распаковке. Аккуратненько вскрываем. И здесь у нас находится алмазная вышивка, наверное, если я не ошибаюсь. По форме очень похоже. Да, совершенно верно. Алмазная вышивка. Опять в наборе, как в предыдущих каких-то моих видео было. Сама вышивка. Очередной тазик, вот этот пинцет, клей, как мне писали уже в комментариях, и целая куча различных алмазиков. Это дело мы откладываем в сторону. И открываем последнюю на сегодня посылочку. Я думаю, здесь будет тоже что-то интересное. Так. Нет, я ошибся, вы знаете. Я думал, что здесь находится абсолютно другой товар. Ну, да ладно, давайте откроем зелененький. Это обычный корректор. Да, канцелярия корректор. Извлекайся. Имеется защитный колпачок. Где-то сделали какую-то ошибку по марку. Провели, закрасили корректором. Сразу же высохшая лента получается. Все товары я покупаю при помощи кэшбэк-сервиса EPN. Ссылочку кину в описании. Обязательно подпишитесь на мой второй канал и на этот основной, чтобы участвовать в конкурсах, а также быть в курсе, кто победил в моих конкурсах. Желаю всем удачи, здоровья вам и вашим близким. Пока!